Это такой, да, у нас тоже вопрос в серии, да? Как Найти любовь. обрести любовь? Убрать все то, что мешает вашим потокам красиво раскрываться. Опять же, мы возвращаемся к тому, что творческие способности — это, ну, сублимированная энергия. Энергия просто, не второго центра, просто это энергия, которая во что-то сублимирует. Мы ее острее всего чувствуем вторым центром, когда говорят, что искусство — это сексуальная энергия. Это немножко не так. Просто у нас второй центр, он самый чувствительный, самый, ну, чувственный. Мы чувствуем именно в нем возбуждение, потому что там находятся органы возбуждения. Ну, например, я точно знаю, что есть, ну, я встречала людей, которые умеют, ну, и чувствуют, и женщины, и мужчины, они чувствуют оргазмы сердцем, например, могут испытывать. Я тоже это испытывала. То есть, ну, и иногда можно испытывать оргазм просто рукой, вдруг рука становится просто там как реально, ну, как половые органы по ощущениям, если можно так сказать. То есть там вот прям возбуждение, именно оргазмические ощущения, они могут быть в любом теле. Это просто энергия кундалини, все та же, которая как, ну, как благодать заполняет наше тело. И творческие способности — это просто это энергия, которая поднялась, и вот поднялась и где-то на уровне горла и на уровне головы, она выпускается в мир как произведение искусства. То есть это не, это просто подъем энергии, и она вот таким образом начинает как бы, ну, выходить. Это не что-то там как бы, что можно развить самостоятельно. Это нужно развить себя, и тогда вы уже разовьетесь, как говорят, там гений во всем, талантливый человек, талантливый во всем. Ну вот точно так же, когда вы будете свободны в своей энергетической там системе, уберете все, что вам мешает, что мешает моей энергии проявляться. И вам будет сознание просто подсказывать, что именно нужно сейчас переработать. И иногда вот эта энергия, она действительно должна пройти сквозь сердце. То есть, ну, там, в этот момент у многих людей энергия не проходит. То есть она вот поднимается и встревает где-то здесь. Это может начинаться кашель, тошнота, какие-то такие реакции, потому что, ну, сердце не может пока пропустить этот заряд, или он очень заряженный, или он нечистый, или, ну, сердце закрытое. И просто, ну, какими-то усилиями воли мы поднимаем этот заряд до головы, сердце очищается, человек обычно прокашливается в этот момент, и тогда, ну, вот как бы энергия начинает уже раскрываться вот здесь, как очевидность, как произведение искусства. Ты в сознании своем, Господин. Ты Господь, воплощение мира, Абсолют, что здесь царит без причин. И ты вызов для создавших кумира. Мы сами создаем свою историю, свою игру, свою реальность. Ты можешь проникнуть за границу непознанного, открыть в себе бесконечную милость Создателя, пройти в пространство Духа и эфирные слои Души, пробудить тело, запустить энергию кундалини, выйти из долгов и снять с себя печати, выйти в полную открытость и свободу, свободу Создателя. Каждый из нас — Бог в своем потенциале. Нам нужно только вспомнить об этом. Я приглашаю тебя присоединиться к путешествию в глубину, вживую или онлайн, в сердце острова Бали, и стать частью нового курса «Вечное».